В городе началось профилактическое мероприятие, цель которого – повысить качество обслуживания общественного транспорта. Накануне в рейд вышли руководители административной полиции, городского отдела транспорта и ассоциации перевозчиков «Южавтотранс». На проспекте Республики возле базара Кумешбулак полицейские обнаружили первые нарушения. Под знаком, запрещающим остановку, стояли несколько автомашин, как общественного транспорта, так и частных такси. Руководители рейда поручили полицейским привлечь к административной ответственности всех нарушителей. У них должны быть лицензия на перевозку пассажиров, патент для уплаты налогов, а также договор на обслуживание определенного маршрута. Если таких документов нет, значит, они работают незаконно. И их нужно привлекать по 463 статье части 1 административного кодекса. И было регулярно, постоянно что-то. Познакомьте вас, вот это. Автомашины в этом районе стоят повсеместно в запрещенных для парковки местах, начиная с автобусных остановок и заканчивая дворами. Реакция полицейских была жесткой, несколько автомашин водворены на штрафную стоянку. Далее полицейские посетили улицу Толиби, остановку военкомат. Здесь регистрируется множество нарушений со стороны водителей частного извоза, также паркующихся в запрещенных для парковки местах. Водитель? Да. Повтор турган, да, сызын. Вы нарушили правила парковки, остановившись на автобусной остановке. Поставьте сюда автомашину, и мы будем заполнять административный протокол. Усиленная проверка работы городского транспорта в Шымкенте идет уже вторую неделю. Буквально на днях полицейские департамента внутренних дел и представители автобусных компаний подписали меморандум. Жолаушылар тасмалдау фирмаларының башыларымен осы ішкі департаментінің үлкен мәжіліс залында. В целях снижения аварийности и травматизма на общественном транспорте было проведено большое собрание с перевозчиками. В ходе встречи между сторонами подписан меморандум. Из 33 компаний на собрании меморандум подписали 31 компания. В рамках этого документа будет дальше вестись совместная работа. Вечером примерно в 9 часов дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин произошло на бульваре Кунаева. Здесь столкнулись BMW, Mercedes и Volkswagen. Все автомашины двигались в одном направлении, в сторону проспекта Рыскулова. По словам водителя BMW, он перестраивался с третьего ряда во второй, когда перед ним резко остановился впереди идущий Mercedes. Водитель BMW не успел среагировать и врезался в Mercedes-Benz, который в свою очередь ударил Volkswagen. В результате все три автомашины понесли материальный ущерб, но из людей никто не пострадал. На место ДТП участники аварии вызвали работников дорожно-патрульной полиции, которые сейчас выясняют все подробности этого происшествия.